После нападения со стороны вооруженных формирований Украины на жителей Курской области глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов сообщил о готовности республики оказать пострадавшим посильную помощь. Представители правительства нашего региона уже связались с коллегами из Курской области, уточнили у них, в чем пострадавшие нуждаются в первую очередь. В настоящее время сформирован гуманитарный груз в объеме 20 тонн, куда вошли товары первой необходимости, в том числе медикаменты, вода, средства гигиены и продукты питания. Глава Карачаево-Черкесии выразил признательность жителям республики, которые также хотят помочь попавшим в беду людям. Для перечисления средств открыт благотворительный счет регионального штаба «Мы вместе». По поручению главы Карачаево-Черкесской республики Тимреза Рашида Бориспича мы оперативно связались с представителями Курской области для того, чтобы сформировать перечень товаров, которые в настоящий момент жителям действительно необходим. В этот перечень вошли, безусловно, это чистая питьевая вода, продукты питания, это средства личной гигиены и медикаменты. В настоящий момент мы оперативно все сформировали, уже идет погрузка, и в ближайшее время груз будет доставлен по назначению. А, если можно, общий объем груза? Общей сложности у нас там порядка 24 поддонов и 20 тонн груза примерно, да.